Чтобы поддержать молодых предпринимателей, Даугавпилсское самоуправление уже несколько лет организует конкурс грантов «Импульс». Обычно он объявлялся во второй половине года, но на этот раз, учитывая ситуацию с COVID-19, было принято решение сделать это раньше, чтобы реализацию проектов можно было начать быстрее. Поэтому заявки будут приниматься уже с 15 марта. Цель «Импульса» – помочь молодым предпринимателям реализовать в городе интересные бизнес-идеи и создать новые рабочие места. Принять участие в конкурсе могут даугавпилсские коммерсанты, зарегистрированные не раньше, чем за 2 года до момента подписания договора, а также физические лица, задекларированные в Даугавпилсе не менее года. Авторы лучших проектов смогут получить поддержку до 7000 евро или до 75% от поддерживаемых затрат. Общее финансирование программы уже второй год достигает 60 тысяч евро. Помимо софинансирования, обладатели гранта также могут рассчитывать на консультации по юридическим и финансовым вопросам. За время своего существования с 2014 года всего было реализовано 194 проекта. Творческие, предприимчивые победители программы реализовали 66 идей и создали в городе более 100 новых рабочих мест. Общая сумма грантов самоуправления составила 345 тысяч евро. В Даугавпилсе появились очень разнообразные и интересные новые продукты и услуги. Положение конкурса и бланк заявки опубликованы на домашней странице самоуправления. Заявки на участие принимаются с 15 марта до 15.00 17 мая этого года. Их можно подать лично в Департамент развития Думы по улице Кришьяна Вальдемара, 13, или отправить заверенной электронной подписью документ на электронную почту. Результаты планируют объявить 21 июня. Консультации по вопросам можно получить по телефону или электронной почте. Вскоре также состоится информативный семинар о программе грантов «Импульс». Он запланирован на апрель, о чем дополнительно будет сообщено на домашней странице самоуправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.